Уже скоро середина августа. Неделька эта очень теплая, хорошая. Начинают вовсю распускаться метельчатые гортензии. Вот такая красавица распускается. Обрезаю я всегда очень коротко гортензии метельчатые. Здесь их две. Одна из них полярный медведь переводится. Вот вторая была ванила фрейс, но уже сейчас могу ошибаться, потому что пересаживала с другого места. Но они мне все нравятся, все очень красивые. Но вот отличается вот эта ярко-белая такая и розовые прожилки такие. А здесь салатная, но это не должна быть лаймлайт, я ее сюда не сажала. Здесь вот беленькие. Вот, по-моему, вот это Polar Bear, полярный медведь. Сейчас посмотрю, что еще цветет. Лапчатка. Вот. Лапчатка начинает зацветать. О, как трекочет. Здесь гладиолусы набирают. Красные такие красивые. Ну, все красивые. Гладиолусы все люблю. О, какой даже не видно из-за космеи. Какой интересный. Сиреневые внутри и беленький. Флоксы во всей красе сейчас. Вот этот очень крепкий, пышные шапки. Пышные шапки. Ствол очень мощный у этого флокса. И большие-большие шапки. Фантом уже в полураспуске. И здесь великолепно вместе с гортензией фантом с метельчатой великолепно смотрится на гелениум. Вот здесь красный и вот такой красный с желтым. Так стрекочет. И гелениум желтенький распустился. Вот здесь сейчас вырвала это сорняк. Он сейчас, конечно, будет сеяться везде. Надо его как-то спрятать подальше. Здесь уже вейгела отцвела. И дала новый прирост. Укоренилась хорошо. Ну и заодно покажу виноград, который
которые я сажала, есть у меня об этом видео. Тут два винограда здесь. Супага и зилга. Вот такой они прирост набрали. Поставила я им пока дуги. Вот они хорошо так прирост набрали. Один и второй. Из парника тыква. Вылезла погулять. Там дальше кабачок. Огурчики висят. Помидорки. Вот такой красивый флокс. Темная серединка. Малиновая. И по краю светлый. А здесь розочка Леонс Роуз. Возьму в букет такую красоту. И еще в букет хочу такой сиреневый флокс. Надо 3 цветочка. Возьму такие. Вот такой букетик будет из флоксов. Сейчас начинают распускаться гладиолусы. Такие розовые, нежно-розовые. Надо подвязать, а то они так наклоняются. И здесь распустилась розочка фламентанс. Вот хотела показать. Она по всему своему стеблю вот распустилась. Бутоны везде, все, где давала. Вот сейчас в распуске. Ну вот еще набирает. Бутончики еще есть. Такая фламентанс розочка. Это плетистая роза. На зиму буду укрывать. А здесь Амадеус. У нее более пышные соцветия у Амадеус. Соцветиями. Здесь пока вот я вижу только вот такой побег и цветочек. Побег и один цветочек. Вот такой. Это тоже плетистая Амадеус роза. Но она еще просто не набрала полный свой рост. У Амадеус более красный. Красная такая расцветка. А у фламентанс, я бы сказала, она больше малиновая. Ну, в определенном ракурсе солнца она смотрится, конечно, как красная.
Но в отличие от Амадеус, я бы сказала, все-таки больше такой насыщенно малиновый цвет. Тысячелистник меняет свой цвет, в зависимости, я думаю, теперь от солнца, от погоды. Сейчас жаркие дни. И вот он здесь и оранжевый, и желтый. Вот здесь просто желтый. Это все один кустик разросся. Здесь такой уже светлый, я думаю, просто он уже выгорел, вот эта расцветка. А здесь более яркая. Колиусы вовсю цветут. Мне даже как-то и нравится на фоне бордовой листвы колиуса, синенькие цветочки, вот эти цветоносы, очень даже интересно смотрятся оригинально.